продолжаем экскурсию по Лорет-де-Маро. Значит, вот это мы вдоль пляжа по набережной. Шура идем, Шура там впереди. Вот тут такие интересные малые, так сказать, формы архитектурные представлены, можно сказать. Значит, вот можем посмотреть, это устройство для того, чтобы поднимать корабли на сушу. Вот такие вот канаты металлические. Вот при помощи этих вот зубцов, так сказать, они вытягивают большие корабли на сушу. Вот это якорь. Special Olympics. Лорет-де-Мар. Великолепно. Очень красиво оформлено. Среди цветов такой якорь. Надо, кстати, сделать фото сейчас отдельно.